Всем привет, с вами Иван Кожей. Сегодня у нас будет обзор на чипсы «Своя линия». Вот. Я уже много раз обозревал эти чипсы. Это чипсы сети АТБ, типа их фирменный продукт, который продается под этим брендом только в их сети. И их очень много вкусов, они есть и в тубах, и в таких пачках. Вот. Но, по-моему, я еще обозревал не все. Но что сейчас заинтересовало меня в этих чипсах, это, во-первых, новый вкус васаби. А второе, что у них изменился внешний вид. То есть, ну не то чтобы сказать, это был ребрендинг, бренд остался тот же, но пачки реально стали четкие. То есть это такие черные пачки с яркими различными вставками. Вот, ну, васаби, в частности, у нас получилась черно-зеленая такая пачка и выглядит реально она уматово. Самое главное, что эти чипсы очень доступные. Их цена на порядок ниже брендов а-ля Lay's, Lux. Вот я уже молчу про Pringles. И, соответственно, данная пачка, которая имеет вес 110 грамм, обошлась она мне в 16 гривен 90 копеек. Более того, через несколько дней я был опять в АТБ, купил вкус барбекю, который мы будем обозревать позже, и я попал на акцию. По акции эти чипсы, 110-граммовая пачка, стоили 10 гривен 90 копеек. Это вообще капец халява. Но, скорее всего, на момент выхода этого видоса акция закончится. Хотя чипсы «Своя линия», как по мне, не конкуренты чипсам Lay's, но учитывая их низкую стоимость, за эти деньги они реально крутые. Особенно за 10 гривен 60 копеек 110-граммовая пачка. Это вообще круто. То есть, в принципе, как бы... выбор, да, или 2,5 пачки «Своей линии», или одна пачка Lay's сейчас. Ну, так как бы трудный выбор, я думаю, для многих чипсолюбов. Давайте вам поближе покажу пачку. Пачка мне реально нравится. Вот, надеюсь, вкус васаби нас тоже удивит. Я просто хочу, чтобы это было действительно остро. Вкус васаби, это в моем восприятии, это действительно очень острый вкус. И в чипсах он мега острючий должен быть, однозначно. Давайте попробуем. Это мощно. Это заявка на победу. Выглядят они реально очень интересно. Давайте покажу вот так. В общем, чипсы со вкусом васаби мы уже пробовали, да, но чтобы они были настолько зеленые, я вижу первый раз. Но для сравнения, давайте я вам покажу, вот как выглядит обычный чипс и как выглядит васаби. Своя линия. Я думаю, вы согласитесь, что васаби, как бы, они более зеленые. Вот, возможно, так вы скажете, нет, они нифига не зеленые, но я думаю, вот так вы разницу замечаете. Чипсы, кстати, рифленые у нас. Это вообще прикольно. То есть за 10,60 110 грамм рифленых чипсов. Блин, ну это прям мега халява. Ну, я надеюсь, это будет остро. Давайте пробовать. По запаху я не слышу васаби, сразу скажу. Цвет немножко тоже как бы такой зеленый, отталкивает. С другой стороны, это интересно, это как бы фишка. Но, блин, зеленые чипсы... Это остро. Это реально остро. То есть, в принципе, хочется сказать респект вот «Своей линии». Они пожалели вкусовой добавки, не пожалели остроты. Ну, то есть, они, походу, поэтому и зеленые. Потому что тут именно васаби или той штуки, которая дает вкус васаби, ее насыпали просто щедро. Щедрее не могу. Это действительно остро, мне нравится, вот, я за это уже респектую, это уже, это, наверное, будет оценка 5. Да. Чипсы очень тонкие, кстати, хоть они и рифленые, они более хрустящие, они не плотные, то есть, знаете, вот из-за рифления чипсы более твердые становятся. Тут не та ситуация, как бы чипсы тоненькие. И как бы, хоть они и рифленые, они, наверное, кушаются как,
Наверное, больше как классические лейсы, что ли. Ну, это по-своему прикольно. Рифленые, нежные, хрустящие, это тоже интересно. Да, они острые, их, наверное, просто так пачку не съешь. Поэтому вам надо будет это или чем-то закусывать, или чем-то запивать. Две штучки съел, язык вообще так хорошо припекает. То есть, в принципе, если ты ешь небольшими кусочками, вот, то есть какой-то небольшой чипс достал, съел, тебе припекает, съел две, одновременно тебе уже прижигает. Давайте жминку. Special for you. Специально для вас, наверное, да? Special for you, специально для тебя или для вас. Ем жменьку. Сейчас эту жменьку. Хорошо. Хорошо так. Бодренько. Но мне понравилась жменька, если честно. Но лучше, наверное, не есть. Да, жменьками лучше не баловаться. Я так понимаю, что в самом низу, когда ты будешь доедать эту пачку, где вот эти крошки, вот эта вся специя, она вниз, как правило, вся сбивается, да, то есть внизу вообще будет самый термоядерный вкус. Давайте сейчас снизу достану. Я уже хочу пить. О, хорошо. Реально годится. В общем, что я хочу сказать. За 10,60 это надо не просто брать, а, наверное, затариваться. За 16,90 это вообще супер. Что касаемо самих чипсов васаби. Я думаю, они острые. Сам вкус васаби, конечно же, наверное, понравится не каждому. То есть, если вы не фанат острых вкусов, если вы не любите васаби, то, в принципе, может быть, это вам не понравится. Вот если же вы любите поострее, то это однозначно вкусов своя линия, то, что вам надо. Рекомендую попробовать, кто любит поострее. Не скажу, что прям это настолько невозможно есть, что прям разъедает все и вся, но это реально остро. Как по мне, ну, по крайней мере, мне такая пачка попалась. Вот, сами чипсы тоже тоненькие, хрустящие, рифленые, прикольные. Вот, по-своему интересные. Вкус самого чипса тоже мне нравится. Вот, хотя за таким насыщенным вкусом васаби достаточно трудно распробовать этот вкус чипса. Но это же хорошо. Буду ли я в дальнейшем брать сей продукт? Однозначно да. Хочу, правда... Блин, да. Реально дерет. Горло, хочу попробовать еще другие вкусы. Вот, в одном из следующих выпусков мы попробуем барбекю. Остальное, наверное, я там уже все, по-моему, переснимал, перепробовал. Там просто поменялась пачка. Вот, но вот именно вот эти я буду брать в дальнейшем 100%. Вот оценочка пятерик. Рекомендую вам попробовать тоже. И в принципе у меня на этом все. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому видосу. Пишите в комментариях, покупаете ли вы чипсы своя линия, какие вкусы вам нравятся. Вот, ну а если не покупаете, напишите почему. И кстати, если вы впервые на канале, не забудьте подписываться на канал. До новых встреч, всем приятного аппетита, всем пока.